Привет всем, друзья! Сегодня с вами снова Владимир. Сегодня хотелось бы поговорить о дашборде для операционной системы Windows 7. Кто пользовался Linux, особенно в последних версиях Ubuntu на базе Unity, там есть встроенный дашборд в систему. Это такой инструмент, который позволяет вам оперировать программами, почтой, выполнять различные действия, осуществлять поиск из единого интерфейса. Вот. Кому-то кажется это нагромождением интерфейса, кому-то, вроде меня, наоборот, кажется очень удобно всем этим оперировать. Вот. В Mac OS X есть другой вид дашборда, там можно посмотреть все открытые окна, также добавить виджеты, допустим, календарь, часы, заметки. Но каким путем пошла Microsoft? У нас нету виджетов, у нас нету дашборда, у нас есть гаджеты. Но главный минус, на мой взгляд, это то, что они располагаются на основном рабочем экране. Поэтому я бы, может быть, выставил их и побольше, но они бы тогда перекрывали часть моих иконок, и меня это очень сильно смущает, мне неудобно. Вот, я предпочитаю все-таки, чтобы у меня была рабочая область, а уже, ну, гаджеты как-нибудь проживу без них. Но на помощь приходят, как обычно, фанаты, любители создания каких-то модификаций, утилит. Вот, и был портирован дашборд для операционной системы Windows 7. Правда, проект пока находится в разработке, поэтому представляет неполный функционал. Но все же, давайте посмотрим, как это выглядит. Средняя клавиша мыши, и у нас открывается дашборд. Здесь, в принципе, в идеале должна показываться погода, и здесь есть российские города, потому что используется сайт aqweather.com. Ну а сейчас у меня нет подключения к интернету, провайдер велел мне заняться делом, поэтому записываю скринкасты, и я не могу подключиться к сети интернет. Но в любом случае здесь отображается прогноз погоды на ближайшие 5 дней. Вот. Также можно добавить дополнительные, здесь они называются, если не ошибаюсь, виджеты. Вот. Но есть один минус. Так как у меня стоит видеокарточка NVIDIA в связке Optimus со встроенной Intel, то здесь просто нужно в параметрах графического видеодрайвера указать, что данное приложение должно запускаться через дискретную видеокарту. Но так как оно работает через Intel, то тут есть вот такие вот тормоза. Вот. Но когда я запустил это на другом компьютере, где только одна видеокарта дискретно, там все работало сразу гладко и без проблем. Вот. Поэтому, да. В действительности, я думаю, у вас таких проблем не будет. Либо просто нужно задать соответствующий параметр в настройках драйвера. Вот. Здесь есть твистер. Приложение позволяет залогиниться под своим твиттером и следить за деятельностью друзей. Есть виджет радио. MyComics, это утилита, видимо, позволяет просматривать комиксы. Но я не могу в данный момент это все посмотреть, так как отключен от интернета. Ну и вообще я этот виджет ни разу не пытался запустить. My Guide, тоже, видимо, какая-то программа. А, ну это расписание телепередач. И что, по-моему, я запустил их все. Ну, Post-it — это обычные заметки. Вот. Сейчас мы закроем панельку, и все будет работать гладко. То есть у нас только беда с эффектом волн, но это потому, что используется встроенная карточка. Вот, ну что, здесь действительно все работает, я проверял. Допустим, countdown — это, например, по аналогии виджет Days Left, который я уже показывал. Часы, ну они простенькие, ничего из себя не представляют. Радиостанция, здесь можно выбирать несколько радиостанций, их всего три. Также можно добавить любую другую. Вот, по адресу, ну, видимо, надо вбить просто URL и дать название. Вот, ну и в принципе здесь все понятно. В Твиттере мы входим по своему имейлу и паролю, по которому были зарегистрированы. Расписание телепередачи, ну, вряд ли пригодится нам, потому как здесь есть, да, это, в принципе, бесполезный будет виджет. Но, в любом случае, радует то, что он развивается, хотя очень медленно. Программа уже на рынке софта около года, и вот если я вот пользовался этим дашбордом, то я увидел обновление, вот вышедшее тоже, по-моему, полгода тому назад, и оно представляло из себя просто набор дополнительных виджетов. То есть к этой массе основных виджетов можно добавить дополнительные. Вот. Но могу заметить следующее, что вот в данный момент, в том виде, в каком представлен данный софт, все работает без каких-либо проблем. То есть у меня трудностей не возникало. Единственное, что тоже еще не могу понять, в чем дело, при запуске вот этого дашборда, именно при установке и первом запуске через автозапуск в системе Windows, вот именно с семерки, у меня почему-то выходит такое сообщение, что если просмотреть лог событий, там именно какая-то несовместимость с моим процессором. У меня стоит процессор Core i3. Но когда я поставил это приложение на
Pentium 4, то есть на очень старый компьютер своему другу. Мы пытались сделать ему сборку, ну как бы закос под Mac OS X. У него все работало без каких-либо проблем. То есть тут либо действительно какая-то несовместимость с процессором, что маловероятно, или, скорее всего, просто беда с работой вот Windows на базе 64. 64-разрядной версии Windows. Вот. Ссылочку я приложу в описании к этому видео. И также вот самую последнюю сборку, которую я не обозреваю, которая представляет из себя отдельно набор виджетов и самого инструментария для их запуска, также приложу в описании к видео. Вот. И также здесь будет нарезка в конце этого ролика демонстрационно, как выглядит дашборд оригинальный в Mac OS X и как выглядит дашборд в Linux на базе графической среды Unity. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч. Yeah.